Какой пожар? Откуда он взялся? Что за нафиг? Откуда пожар взялся? Я не понял, блин. Емать твою, так ты посмотри, что с этой игрой делается. А, господи, иди туши вашу Машу. Хоть что-нибудь из... Блин, скиёж. Все выгорело. Она уже труп жрет. Ладно, бошку съела, хрен с тобой. Убери эту фигню. Нам она все-таки пригодилась. Рано или поздно, как еда, как минимум. Уже холодно. Уже пар сортает, где снаружи 0 градусов. Блин, невозможно. Другой материал надо. А ты вообще прямо как красавица улеглась, блин. На морозе. Упала, давай работай. Ты посмотри на эту дуру, блин. Так, что там внутри? Минус 6, офигенно. Минус 7, круто, надо построить... как его? Так, а мы даже что-то можем сделать, энергию. Генератор на дровах, на химтопливе, ветряная турбина. Ёшкин, блин, матрёшкин, что же я туплю-то? Надо где-то здесь втыкать, там выше подними. Теперь другое дело, производство. Давай костер хоть сделаем какой-нибудь долбанный. Где освещение тут? Температура. Давай, работа над костром. Потом не скулишь, у тебя нет ничего. А то и холодно, темно, блин, жарко. И... Во! Внутри тепленько. Конечно, погибло. Все, пипец, нам вообще ни черта нету, блин. В силу человечину. О, господи. Да хорош там. Ты что тут делаешь? А, крышу доделал. Молодец. А то, блин, внутри-то холодно. 18 градусов нормально, что там внутри холодно. Перенеси его на склад. Хватит жрать его. Где лучше разделай. Бляха. Брось. Как невозможно? Ага, у меня же запрещено человечину. Запрещено человечину. Где? Где? Вот. Взяла и пошла разделала. Зато и шкурка еще получим. Да какой заправить, что там? А, тут тоже, наверное, запрещено, блин, что человека готовить нельзя. Мясо, мясо, все, все мясо полностью. Так, склад, уничтожить этот кедрени фени. Да не скрыть, удалить. Вот здесь вот сделай одну клеточку. Или даже две.
Так, и сюда будем ложить гнилье отмена. Трупы отмена, обломки тоже отмена. Это все отмена. Сено, шоколад, блюдо, продукты. Разрешить свежее. Вот так вот, я думаю. Тут холодно внутри. Минус 6, отлично. Портиться не будет. Живем. Так, что тебе там не понравилось, алё? Ну. Так, все. Иди, блин, делай стенки. Так, какого лешего? Давай каменотесом работай. Что это вдруг дерево, деревья нельзя садить, я не понял. Его изучить надо, что ли? Чтоб саженец посадить. Да, это будет трудное выживание. Это факт. Началось оно как-то не очень все. Никакого спать. Так, стоп, красавица. Нам надо компоненты, а вот я вижу компоненты. В смысле нет прохода? Ну так здесь еще отковырни. Давай. Долби, долби. Давай, 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 компоненты, компоненты. Нам надо лучше устроить ветряк этот долбанный. Без ветряка никуда. Энергию куда? Нужно залежи деталей. Хорошо, мы обнаружили залежи деталей. Да давай хоть одну доковыряй уже. Вот как раз надо хотя бы две. Иди спи. Правда, уже утро. Тебе надо снова работать. Так, ну и надо отдохнуть хорошенько. Блюдо человечное, минимум 20. Все у нее там просто. Это еще скотина сожрала последнее блюдо. Ты не могла мясо сожрать, жопа ты с ручкой. Чего? Игнорировать, потому что я не могу это. У меня ни черта нету. Все, хватит спать. Иди давай работай. Да как невозможно? Иди сожри хотя бы это уже. Так, стой, 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 стой. Давай копай, блин. Ай, ёшкин, матрёшкин. Добывай железо. Вот без турбин у нас ничего не будет. Все. Капец, золотая рыбка. Надо было приоритет быстро уже делать. Куда пошла? Развлечи меня, да? Ну потуси там, потуси возле костра. Заодно можешь пока поубирать. Правильно. Да собака эта понаносила мусора. Жопа с ручкой. Копай, 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 давай.
Будешь заодно качаться. Так, где там? Социум, вещи, персона. Где они тут? Горное дело. Ой-ой-ой. Так, стопешечка куда побежала? Ну-ка, взяла все и понесла. О, красопета. Бери-бери. Да блин. Сделай хоть одну. Нифига она строит. Строительство у нее уже на четверочке. Вот, стопе, стопе, блин, провод. Энергия. Кабель. Водопровод. Водный кабель? В смысле водный кабель? Ладно, пускай будет водный кабель. Так, давай. Ой, блин, вот это я ты построил. Так, лампа, надеюсь, у нас есть это. Разная энергия производства. Где лампочка? Покрытие. А, вот здесь можно снять пол. Защита. Мебель. Вот она, солнечная лампа. Так, работать над проектом каким-то там. Не получилось. Не спи. Все, костер скис, побег сдох. Внутри 3 градуса, ну, пока живем. Вода не замерзает, уже хорошо. 0. Минус. Красавица, хватит спать. Строй кабель, иначе мы сдохнем скоро. Нам бы еще аккумуляторы, конечно, но пока хотя бы напрямую будем работать. Так, стоп. Хорош там развлечение, и надо убрать эту. Почти сломлено. Ёлки-палки, она сдохнет скоро. Кого мы жрать будем? Жрать-то некого, да? Хватит строить эту фигню. Бью сейчас тебя. Так, иди копай. Да хватит этот камень носить туда-сюда. Блин, что, дурная или что? Все, капец, она скоро сдохнет. Придется лису убить. Теперь она будет скулить, что у нее сдохла лиса, а та не, ну ее в баню. Куда ты идешь? Какой спать? Посмотри на эту уродину. Что, куда ты идешь? Я не понял. Нет у тебя кровати, иди нафиг отсюда. Тупица, давай жир строй. Твою мать, ты посмотри на нее. Ох ты ж обезьяна безмозглая.
Блин, у нас электричество. А, вот металл есть. Спать и спать и спать. Я тебе сейчас дам спать. На том свете поспишь. Тебе, кстати, уже недолго осталось. Так, сколько у нас мрамора? Мрамора у нас 55, мало очень. Как ты его не донесла? Твою мать, кинула где-то непонятно. Вот, теперь давай займись. Блин, да ладно, не хватило одной штучки. Блин, у меня не получилось. Сейчас убью. Так, и что, больше нет у нас, что ли? Есть. Давай, давай, мучись. Молодец. Лампа загорелась? Что не так? Энергии не хватает, что ли? Где энергия? Ну, кабель полностью подключен. В чем проблема? Типа ее включить надо, что ли? Ты что не горишь? Чего? В чем проблема, я понять не могу. Переподключить. У нас аккумулятора нет, я знаю. Аккумулятор, но я где-нибудь здесь делаю. Но почему лампа не горит? Возможно, так надо сделать. Беги давай. Понятно, я ее выключил. Света все равно нет. Сколько эта тварь потребляет? Пишут здесь. 2900, а это сколько выдает? Понятно. Маловато, говоришь, будет. Все, капец. Иди спи хоть на кровать. Все, хана, у нас нет энергии, чтобы работала лампочка. У нас ничего нет, у нас ни стен нет, она скоро сдохнет. Костер не горит. В общем, все замечательно. Еды нет совершенно. Давайте, пока она спит, я покручу по карте, может, хоть кого-нибудь можно заохотить. Опять этот долбанный страус. Страус не вариант, она сдохнет. Еще один страус. Стреляет она крайне плохо вообще. Не в Красную Армию. Нет у меня ни черта. Что хочет, то и делает. Эту херню вообще можно перенести? Разрешить гнилье, разрешить трупы. Да какой же труп, если это гнилье вонючее? Ну что, поспала? Все, обломись. Где-то у нас были компоненты. Вот, тащи их на склад. Я их забыл за них совсем.
Строим еще одну ветряк, еще один. Материалов и так нету, ты еще, блин, берешь и не дается и строить. На, вас высшей степени. Все уничтожает, что он, блин, берет молотком и разбивает их. Лиса, иди охотиться, блин, на страусов. О, пятерочка, отлично. Где-то шестерочка даже попадается. Ну вот так, елки-палки. Может, еще одну турбину сейчас наберем. Тогда она так и взяла и пошла. Молодец. Блин, как лиса еще не сдохла до сих пор, я не знаю. Сколько там? Стали 102 компонента. Отлично, у нас есть это. Она уже должна была давно, по-моему, уже загнуться. А ну что-то еда есть? Не понял, а что у нас ее жрет? Ты что тут подъедаешь? Ей есть нечего. Ну, строит она быстро. Это факт. Так, пик-пик, я услышал звук. Это значит, лампа попыталась заработать, да? По-моему, лампа включилась. Да, она потребляет энергию. Ну куда ж ты побежал? Вот куда? Перенеси это все. Так, мрамора у нас, гранит. Есть только мрамор, да? Значит, отменяем. Давайте хоть мрамором заделаем. Мебель с постройка, стенка из мрамора. Оп. Да пускай уже так будет. Оп, а вот еще одна. Не знаю, куда ты там идешь, но иди строй. Так, внутри вроде светло, но снаружи 5 градусов. Опять она куда-то пошла. Ну ты посмотри на эту козлину, а. Так, придется опять вручную с ней работать. Так, все, энергия кончилась. Ничего не знаю, никакой спать. Тебе осталось тут всю фигню-то заделать. Пару клеточек и все, и ты же, у нас есть помещение, которое будет греться гейзером. Бляха-муха. Да. Ну ничего, значит, начнем по-новому. Я уже просто подзабыл, как что-то делать. Ну что ж, на этом. Следующий уже будет у нас следующее поселение, потому что с этим у нас обломилось. Но все равно будет один человек, потому что с одним человеком очень тяжело это все делать. Вот. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.